Пионерские галстуки, фотографии и документы из архивов школы. Словно век 20-й шагнул 21-й. Гости торжественного вечера по случаю юбилея 13-й школы внимательно вглядывались в эти кадры, пытаясь найти в черно-белых снимках и в зале знакомые лица. И наша школа, двери распахнув для множества мальчишек и девчонок, полна людей была, не в шутку увлеченных. 60 лет – это не только круглая дата, а особенный праздник для школы. Педагогам и выпускникам разных лет было особенно приятно встретиться под крышей школы и снова вспомнить годы учебы. Очень приятно, что сегодняшний педагогический состав продолжает славные традиции, заложенные несколькими поколениями выдающихся преподавателей. На торжественном вечере чествовали не только педагогов прошлых лет. Грамотами Департамента образования были отмечены учителя, которые сейчас передают знания подрастающему поколению. Что за эти 60 лет у 13-й школы есть свое предназначение в этом городе. И я знаю точно, что сегодня 13-я школа занимает достойное место в нашей системе образования. На празднике переплелось прошлое, настоящее и будущее. Учителя доказали, что они могут не только объяснять и спрашивать на уроках, но и зажигательно танцевать на сцене. Родители учеников тоже не остались в стороне и представили сценку на тему собраний и домашних заданий. Елена Грицкова, Владимир Есенников, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.